значит, здравствуйте. Это третий фильм от Павла Долгополова. Вам пизда. Меня в детстве привел отец на это говно. Но в чем же здесь прикол? Пью я воду с парапета, смотрю на небо, солнце там. В лбах дымится сигарета, привет, мне хорошо. Thank you.
Так, вот у нас тут беседка, лагерь раскладывается. Раскладывается лагерь. Вот Андрей, руководитель лагеря, перевал Соколова. Я передаю привет Зоре, Пете и Алине. Жаль, конечно, этих дебриков. Жаль, что они уехали. Возможно, тем, кто не примкнул к лагерю, или отстал, или перегнал, пизда настанет. Вот такой у нас прекрасный лагерь, все очень работящие. Никто не курит, не пьет пока. Кто-то матрас надувает. Вот Артемий. Артемий — это настоятель нашего лагеря из Бурбонной православной церкви. Настоятель. А вот крестный в церковь ходит. Раз в жизни ходил. А вот военные еще. НАТО. Это уголок НАТО. Невеликие таланты, но понятны и просты. Не певцы, музыканты, акробаты и шуты. Это не Жора. Поздравляю, брат. Никогда не расстаются с нами музыка и смех. Если зрители смеются, значит празднуем успех. Мы приедем и уедем летом, осенью, зимой. И опять приснится детям наш фургончик распускной. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Thank you.